Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посмотреть там канал Евгений Булгарин. Это канал ZH07 Сережа Amazing Roleplay. Он решил попробовать себя в Ютубе. На его канал вышло уже первое видео. Советую вам всем посмотреть, поддержите его лайком и подписывайтесь на его канал. Ссылочка будет в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay 7 сервер. Мне здесь Кирилл Путбуль. Итак, чуваки. Сегодня у нас будет интересненькая серия. Мне подписчик хочет подарить машинку. Да, это будет тоже УАЗик. В принципе. Но на красивых номерах. Тайо 38, если мне память не изменяет. Вроде такой номер именно стоит на машине. Кстати, хочу сказать спасибо подписчику. Это Кирилл Калашников, что он зрелся на мой аккаунт. Он прокачался уже до 5 уровня. И я получил 50 тысяч. Большое тебе спасибо, чувак. И вы также можете вводить мой ник при регистрации и поможете тем самым мне, пока когда вы прокачаетесь до 5 уровня, я получу 50 тысяч. Также вы тоже получаете 50 тысяч. Поэтому, кому не трудно, вводите мой ник. Так, он нас ждет возле вокзала Южного. Вы с ним в ВК списались. Ну, блин, возможно, для вас покажется, что вот УАЗик, блин, на каких-то там номерах, и то не фулблаты, это типа зашквар, там херня полная. Ну, не знаю, мне приятно реально, я люблю машинки такие. Да, я, конечно, люблю фулблаты, но здесь, ну, не такой номер, но цифрики классные, восьмерочки, это круто. Так, судя по всему, это он и есть, да. Давайте я заглушу автомобиль, открою его. Сейчас он сядет, я ему на квартирку дам. Сколько он? 1500, по-моему, говорил. Вот так вот. Вот, он вышел с АФК. Так, я открыл машину или нет? Что-то у меня тачка не открывается. Так, давайте откроем лок. Все, я открыл машинку. Все замечательно. Так, поехали. Просто поехали. Сделаем. А, сделайте маленький подарочек. Ну, прикольно, что. Соблюдаем ПДД, включаем поворотники. Конечно, у вас ни хрена не едет. Ну, блин, мне он все равно нравится, реально. Прикольная тачка. У меня сейчас випка есть, 3 дня еще осталось, поэтому я смогу себе купить еще третий автомобиль. Казино проиграл 14 миллионов. Да, он мне писал. Вот машина только. Так. Я забыл, как убрать эту. Ого. Так, жестко. Жестко, что. Жестко, конечно. То, что слил. Столько денег. Реально, блин, казино, конечно, такая вещь. Пока вовремя не остановишься, то все можешь срать. И это чистый рандом. Реально, чисто рандом. Повезет тебе, не повезет, ты сам этого не знаешь. О, вот он. А, у меня шмут. Точно, точно, точно. Таю. Круто, на самом деле. Да, номер прикольный. Номер реально прикольный. Блин, то только за сколько мне его предложат? За 25 тысяч или за 50? А, 25. Во. Так, давайте поприседаем, чтобы он понял. Типа что, охуенная тачка там. Спасибо тебе большое. Все, братишка. Я, блин, проснулся только недавно. Так, давайте ему пожмем руку. Хай, хай. Так, хай 22. Большому спасибо за УАЗик подаренный, прям просто красавчик. Давай удачи. И тебе удачи, чувак. Так, вот я перезашел, и сейчас мы посмотрим, что же мне досталось. Посмотрим на пробег и так далее. Если нитро, если нету, то мы его поставим. Сейчас его перекрасим, потому что я хочу, чтобы он прикольнее был. Наверное, не в черный покрасим, какой-то другой цвет. Не знаю, второй УАЗик, наверное, я продам, либо сейчас, либо когда, потому что, ну,
зачем он в принципе мне нужен, да? Поэтому я думаю, можно его и продать. Хотя, блин, не знаю, продавать его или нет. Ладно, пусть пока что будет. У нас теперь самая первая вот машина считается, это подаренная именно УАЗик. Сейчас посмотрим, что это за машина. Ну, конечно, я знаю, что это за машина, блин. Но номера такие прикольненькие. Ну, диски мне не очень нравятся, но... Без обид подписчики, если он это смотрит. У каждого свой вкус, как бы. Ну, УАЗик такой прикольненький. Так, черненький такой. Что не по пробегу интересно? Давайте посмотрим. Пробег, кстати, у него маленький. Видимо, он его недавно купил, получил номера, и ему выпали они. И, ну, прикольно. Нитро, кстати, стоит. Что очень даже радует. Ну, блин, может его еще... Я не знаю, какие его цветом покрасить. Вот прям не знаю. Хотя, блин, 152, по-моему. Или 154. Сейчас попробуем. Либо синий, либо такой коричневый, можно сказать. Не, ну, не коричневый. Ну, короче, сейчас увидите. Надо еще на заправку будет заехать, потому что бенза мало. Теперь у меня два УАЗика, Форд еще есть. И почти 150 тысяч. Довольно-таки круто. У меня еще, кстати, донат есть. Донат. У меня еще випка. Еще вип куплю на один день. Ой, на неделю потом еще. Пока что не буду покупать. Но я думаю, УАЗик надо слить. Потому что я потом, если випка пропадет, то я не смогу его продать. Поэтому... Не знаю, напишите в комментариях, продавать его или нет. Я пока его не буду трогать, пусть стоит. А вы напишите в комментариях, что с ним делать. Так, заезжаем. Пишем тюн. Тюн. И посмотрим, что мы с ним сделаем. Так, диски. Ну, диски, думаю, может Хаммонд поставить, это тоже сюда. Они, по-моему, меха, да? Или какие они там, блин. Так. А что их поставил, они поставились? Так, стоп. Атомик. Во. Так. Теперь пишем тоже тюн и перекрасим. Перекрасить. 152, допустим, 0. Во, вот такой цвет я хотел покрасить. Довольно-таки прикольно смотрится, кстати. Сочетание такое неплохое. Такой необычный цвет УАЗика. Я думаю, подойдет ему. Вполне себе так, смотрите, как смотрится, да? Я думаю, нормально. Пишите в комментариях, нормально смотрится или нет. Просто черный, блин, банально делать его. Потому что у меня тот черный. Надо хоть как-то, чтобы они отличались, кроме номеров. Поэтому так. Фил. Давайте сделаем 80 литров. И все этого. Думаю, хватит. Ну, короче, вот такой вот УАЗик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north. She was from